Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 30 декабря 2018 года. Я нахожусь в храме Серафима Саровского и, как видите, в Анапе уже, наверное, сутки, а может быть даже и двое, идет дождь. Все кругом мокрое, промокшее. Вот такая погода у нас 30 декабря. Ну что ж, это юг, и, в общем-то, на снег мы никогда не рассчитываем, но о нем, конечно, мечтаем.